Всем привет! Вы на канале Умники и Умницы. Сегодня мы готовим диетическое печенье, которое можно даже назвать фитнес-печеньем, потому что подойдет даже и в пост, и тем, кто следит за фигурой, маленьким детям, как первый прикорм. Делается оно из овсяных хлопьев, бананов и растительного масла. Можно сюда добавлять также изюм, курагу, кто что любит. Вот, для начала берем стакан овсяных хлопьев, я отсыпала, и перемалываем его. Вот мы перемололи в муку на блендере. Я ставлю на скорость 2, ну где-то серединка. Вот, перемололи хорошенько в муку, минут 5. Пересыпаем нашу муку. Так, пересыпали. Дальше заправляем бананы. Для печенья нам нужны хорошенько такие, хорошо спелые бананы. Старайтесь выбирать, не зеленые. Потому что мы сахар не добавляем, ни сахар, ни мед, никаких подсластителей. Просто бананы. Берем 3-4 штучки, если они у вас небольшие. Если большие, 3 штучек будет достаточно. Просто чем больше бананов, тем просто будет слаже и приятнее сама консистенция. Естественно, так сильно ни на что не влияет. Значит, очищаем бананы и точно так же взбиваем в блендере бананы. Только 2, потом добавлю еще. Не забывайте накрывать. Обычно летать по всей кухне. Сделаем. Вот мы сбили банан. Видите, такая кашица получилась. Переливаем наш взбитый банан в глубокую тарелочку. Она будет для вас удобной. И берем растительное масло. Пару столовых ложек сюда добавляем. Бананы, главное, 3 столовых ложки, не страшно. Желательно брать рафинированное масло, полезнее. И вот так хорошенько перемешиваем бананы и растительное масло. Вот мы перемешали растительное масло и банан. Сюда дальше всыпаем муку с овсяных хлопьев, которые мы сделали. Тоже все аккуратненько перемешиваем, чтобы была консистенция равномерная. Должно получиться тесто. Такое жидковатое, но тесто. Сейчас я хорошенько перемешаю и покажу, что получится. Вот так мы все вместе перемешали. Теперь добавляем. Это уже готовое тесто. Можно уже выпекать печеньки. Вот особенно для детского прикорма этого достаточно. Вот. Мы же любим добавлять изюм промытый. Добавляю изюм предварительно промытый. Тоже перемешиваю аккуратненько. Кроме того, я еще люблю добавлять нежаренные семечки. Слишком много их старайтесь не сыпать, чтобы не было потом сухим печеньком совсем. Немножко семечек. Видите, уже гуще становится. И кунжут. Кунжут чуть побольше. Тоже придает пикантность. Интересный вкус печенья. И опять все хорошенько перемешивается. Все, ваше тесто готово. Готовое тесто выкладываем на пергаментную бумагу. Формируем такие печеньки. Форма произвольная, как вам нравится. Мы любим поменьше. Удобно, можно в 2 раза больше класть. И аккуратненько выкладываем все полученное тесто на противень. Тем временем можно приготовить духовку. Ставим
на 180 градусов она пока разогреется. А мы продолжим выкладывать печеньки. Разложили наши печеньки. Духовка разогрелась. Ставим на 180 градусов на 30 минут. Печеньки точно готовы, если у них края немножко так схватились, поджарились. Тогда можно пробовать и выключать. Так, полчасика прошло. Достаем наши печеньки. Как я и сказала, края немножко начали у нас подсыхать. Отходят. Так, пробуем. Они чуть-чуть мягковаты. Даем им немножко остыть. Ну, через 15 можно пробовать. Видите, какие они получились у нас. Легко встают. И нежные, настоящие фитнес-печеньки. Приятного аппетита. Смотрите наши новые видео. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Умницы-умницы. Какие-то свои идеи тоже можете бросать и в комментарии. Рекомендуйте, что вы хотели бы еще увидеть на нашем канале. Мы с радостью последуем вашим советам. Покажем новые видео. Всего хорошего.